отдыхаю. Где как не в самолете выспаться? Взял трансфер с аэропорта до гостиницы за 13,5 долларов. Это автобус и такси. Вообще чувствуется, ну, такой релакс. Здесь высота больше 2 километров. Какие-то... Сейчас с русским человеком разговаривал, сказал, что здесь очень классные продукты. Все натуральное, даже молоко. Поэтому что, проверим, что посмотрим. Все, я в гостинице. За такой длинный день, почему длинный? Потому что когда летишь на запад через часовые пояса, то день увеличивается. И получается тогда, когда у вас был уже, ну, уже почти полночь была, в Эквадоре было приблизительно часов 17. Но со мной приключилось приключение. Вот прям заселившись в отель, выйдя с отеля, ну, это моя ошибка была, у меня был телефон в руках, и ко мне подошли три подростка. Один, по-моему, или два, ну, молодых афроамериканец. Ну, суть в чем? Они хотели мне телефон отобрать, а я от них отмахался. Ну, я потом позвал полицию. Они там, полиция там в магазине была. Полиция за ними пошла. Вот. И меня эта ситуация натолкнула на мысли снова о 45.3 в моем солнце, что не всегда, точнее никогда 45.3 толком не знает, как себя вести в материальном мире с деньгами. Да? Ну, в данном случае, например, с тем же самым телефоном. Ну, то есть мы не адаптированы для этого. То есть мы адаптированы жить с телефоном в своем раю, но не выходить с ним в город. Ну, слава богу, все закончилось хорошо. Пошел покушал. Я здесь 2 дня в Кито буду. Так прошел мой первый день.